скользко, скользко. Как бы за борт не укатиться. Заходим во фьорды. Сейчас проверим, как у нас там матросы работают. Точнее, отработали. Ну, поработали на троечку. Загрунтовали пока только. Надо еще будет покрасить. Тут помыть все грязное. Ну, соответственно, свежей белой краской все это дело закрасить. Наклейка. Ну, это уже второй помощник должен смотреть. Придется ему напоминать. Так, ну здесь у нас уже получше. Выкрашено здесь все, да? Включая переборки, стол. Инструмент, все четенько висит на месте. Ну, правда, грязь все равно уже нанесли. Тем не менее, видно, что краска свежая. Смотрится уже лучше, чем было. Такие дела. Делаю фотографии, ну и, соответственно, отсылаю потом в компанию каждый месяц в конце. Какие работы выполнили. Вот такая моя задача. Следить, выдавать работу ребяткам. И чтобы судовладелец был доволен. Работы на судне просто до хера. Вот на самой части, если начинать, вот состояние, пожалуйста. Вот это все надо отбивать, красить. Воздушник. У нас дип-танк. Тоже здесь все ржавое. Пройдем сейчас на полубак, посмотрим. У нас тут штормило немножко, надо периодически обходы делать. Все было нормально. Состояние, ничего не отлетело. Тоже вот это у нас после последнего шторма оторвало нафиг. Все вырвало. В общем, снова приваривали, выправляли. Защиту, да? Якорной цепи. Ну, сейчас вроде стоит. Более хорошо приварил у нас Оля. А мы хоть во фьорды заходим, погода плохая. Прячемся, в общем. Ну и судовладелец подгоняет. Быстрее, быстрее, быстрее все. Он наш Марио трет глютен. Глютен въелся вообще везде, во все. Матросы уже десятый раз пытаются отмыть его, вы видите? Фига думаешь, надо только красить. Марио, how are you? Good? Good, good. Насчет трапа. Трап будем заказывать в следующем месяце. Вот уже ремонтируем потихоньку. Состояние не очень. 2014 года трап. Все, вот так вот ежедневный обход делаю. Какие-то нюансы находятся. С Гендриком тоже на внимательность, с экскаватором. Что-то может сломаться, ты не заметишь, а потом будут проблемы. Достаточно серьезные. Недавно на Гендрике там пин у цилиндра, сейчас покажу, оторвался. И если бы вовремя не заметил второй с левого борта, когда я вот открывался, мог бы я улететь вместе с этой крышкой, вместе с Гендриком. Вот этот пин только с другой стороны. Здесь фиксатор стоит. Его, короче, вышибло, он уже почти весь вылез. То есть вот этот цилиндр, он просто бы ушел сюда,
Ну и как бы вся эта ситуация закончилась, никто не знает, потому что с крышкой вес тяжелый, перегнуло бы все, и нафиг Гендрик переломился бы, и я ушел бы вместе с ним, либо в трюм, либо за борт. Лучше за борт, чем пустой трюм. Вот такие дела. Все, всем пока.